Приветствую, ребята! Сегодня мы опять будем играть в игру под названием Undertale Yellow. В прошлой серии мы победили вампира Далва, Влад Йопарсет, и посетили его дом, да и все смотрели. Ладно, пора нам уже выходить оттуда. Да, конечно, ухожу. Покинуть дом Далва. Раз хочешь уйти, то следуй за мной. Ну ладно. Нифига себе. Опа. Нифига себе. Тут уже все заброшено. Что ж, вот мы и здесь. Спасибо тебе за все. Твоя помощь многое для меня значит. И поэтому я буду более дружелюбен ко всем. Я стану наставником, которым всегда должен был быть. Я и Панила будем вместе рисовать. Рори мог бы добавить шика в мой гардероб. А Криспи Скролл показать мне, что это за аниме такое. Я думал о том, чтобы съехать. Но зачем уезжать, если у меня есть отличная семья прямо здесь? Плюс, из-за меня это место совсем запущено. Здесь нужна неделя без остаточной уборки. Что ж, мне стоит тебя выпустить отсюда. Оу, видимо, выход отсюда заблокирован. Посмотрим, что я могу сделать. Вот это нифига себе! Вот так, теперь можно идти. О, пока я не забыл. Я же так и не спросил твое имя. Ты же не возражаешь, если я спрошу? Кловер? Какое славное имя. Ну что ж, Кловер. Тебе пора идти. Прощай, друг. Ну ладно. У нас, походу, нет выбора, как идти сюда. Погнал просто к чертям собачьим. Вот это свет. Мы чё, в Снежнеграде? Нет, мы реально в Снежнеграде, алё. Так, мы реально в Снежнеграде. Правда, он совсем другой. Реально. Снежнеград стал совсем другим. Нифига себе, боже ты мой. О, Флауи, здорово. Приветик. Поздравляю с теми старыми руинами навсегда покончено. Вернуться не выйдет, даже если вдруг передумаешь. Ну, разве сама мысль о свежем воздухе тебя не побуждает к подвигам? Но не будем забегать вперед. Ты все еще в подземелье. К твоему роскошному воздуху с поверхности придет еще не скоро. Ну так тут. А теперь двигаем, пока мне лепестки не отморозило. Ну, дружбан, поскакали! Духу. Вообще, как там тебя звали? Явно не дружбан. Шляпа, пушка. Кловер? Приятное имечко. Буковку поменять. И вот... Я тут уже не единственный цветок. Стоп, клевер, что ли? Так, ладно. Ну что же, Кловер, пойдем дальше. Буду ждать тебя впереди. Надеюсь, там будет потеплее. Ладно, сохраняемся просто. Реально, Флауи тут даже дружелюбен. Так, у нас всего два пути.
Первый это туда. О! А это что у вас такое? О, а ты что? Привет, друг. Мы с Му... А, блин. Привет, друг. Мы с Му... Да еб... Да бог. Какую карту, женщина? Какую карту? Так, нифига, кто это мне попался? Чё? Здесь стоит иглу. Что? Фростермит. Чего, блин? Что, блин? Чего, блин? Враг, иглу, серьезно? Короче, в жопу. Иглу. Ага, и атака у этого иглу всего-то одна. А это иглу живучая, однако. Посмотреть. Это просто иглу. Погоди. Это были твои слова? Он выломал четвертую стену. Охренеть. Сдвигается. Бан. Нет, это не выход, ё-моё. Так иглу не пробьешь. Да и вообще не пробить никак. Так что заставим его вылезти. Агась, здесь не на что смотреть. Похваливаем. Признательные звуки иглу. Пиздец. А, не единственная, кажись, эта атака была. Господи. Это что сейчас было? Да ёб... Да собака, хватит. Уэу. Это пипец какой-то. Бан еще одним точным. Да ты, господи, задолбал уже. Нате. Оу. То есть, звуки игло. То есть, он сам это печатает. Печатает, пизди. Так. Прости, Фростмарит. Но тебе пора на покой. Это в прямом смысле было живое игло. Мне даже как-то неудобно стало, что я его убил. Ага. Так, ладно, пошли. Чудо. Какого? Во льду прорезана прорубь для рыбалки. Зашибись. О, сундук! Перо давайте туда положим. Да ты, господи. Опять? Слушай, ты мне поднадоел уже. Это уже вторая встреча, но ты мне уже поднадоел в край. Бан. Кстати, да, забавно, что теперь тут такое чувство, как будто музыка там уже покрыта снегом. Ну, связана со снегом. И забавно, что монстров с ударами появляются, ну, какие-никакие раны. Например, у этого иглу
Вот это. Ладно, в следующий раз как-нибудь его пощажу. А пока иди ты. 20 опыта, да с него реально можно что-то сбить. Ладно, не будем издеваться над иглу. Да ты, бля. Давайте уже попробуем потанцевать перед ним. Так, ладно. Чего? Привет, а можно с тобой? Вот это неожиданный поворот. Поворот реально неожиданный. Фростер Рид. Фростер Рим. Так. Фростер Мид. Похваливаю. Правда? Прям как ниндзя? Чё? Что за... Что это такое? Ты шо? Ты чё, дыб? Какого... Ты шо делаешь? Осматриваю. Немного грубо, знаешь ли. Бля... Не уследил. Похваливаю. Да ты, блин, задолбал. Но благо с этой формой у него реально прибавляется какая-никакая новая атака. Давайте потанцевать. Можешь почаще приходить со мной на танц... Со мной танцевать. Ага, потанцевать с тобой почаще, но... Я, конечно, не против. О! Наконец! Давай, собакин чертов. Сдолбал ты меня уже. Теперь подобных тебе я буду убивать. Так и знай, ты парасоте. Класс! Как реально лагает. Так, а где? А это еще кто? Ты кто? Перенастроить головоломку с магмовым камнем. Сделано. Ну, хотя бы на пару раз ее должно хватить. Большего мне не надо. Следующая остановка. Ханидио Резорт. Это... Чё сейчас было, блин? Ладно, не будем придавать этого особого значения. Это чё за женская версия Мордекая, твою ж налево? Чё за звиза? А тут... Ё-моё! Реально. Так, но этого все равно недостаточно для открытия. Блин. Да ты, господи.
Так, так, так. Все. Открылась дверка. А ты еще кто? Эй! Фы! Помофов мне в этим в толбом. Я втаю фуф. Уф. Два тяфа. Две фабаки. Прифли. И вковали мне. Ливну тебя в штуку. Но и фамарофа. Я примерв. Ная мама. Ная нама. Вковала мне быв вома кабеву. Помови, но фото пыти тёплый кофе освободит мой бедный явык. Ладно, мужик, точнее, заяц. Ещё достанем, где-то тебе кофе, ё-моё. Это ё-моё. Разрушенная хижина, класс. Напоминаю, у нас все еще снежный город. Собака. Если это... Чего? Инсомнинот. Шатается вперед. Пипец, бля. Ах, котя. Ну, его легче убить. Я не устал. А вот ты да. Чё? Что за... А это что за звезды? Дорогой, это что за звезды, аля? Бан. За все хорошее, как говорится. Блин. Ай. 18 опыта, неплохо. Так, а что внизу-то у нас? А ты кто такой? Я вычитал кое-что в книге. Там было написано, если жизнь бежит слишком быстро, нажми X, чтобы притормозить. Что бы это ни значило. Походу я понял, о чем она. Так, ладно. А это что за кофе такой горячий? Ух, что такое? Новый клиент? Кто это? Ты кто такой? Бэм! Кто я такой? Да никто! Как можно не звать? Самого лучшего продавца в мире! Бэм! Ямо! Так о чем я? Раз ты хочешь приложить лапы к этой кружке, это может значить лишь одно. Ты ищешь ту самую восхитительную крошку, что способна согреть тебя холодным вечерком? Верняк, я знаю твои хотелки. Итак, хочешь всю чашечку горяченькую? Ну да, конечно. А вот и нет. Ты чё? Жидкости прошлый век. Твердости позапрошлый. А ты жаждешь чего-то нового и революционного? Ты точно по адресу? Твердости, что были жидкостями. И, ну, точно не лежали в этом лесу уже как 3 недели. Ёпта. Я разработал инновационную схему.
За баснословно низкую цену в 15 монет ты получаешь свой собственный горячий шоколад. То был невзрячий горячий шоколад, но теперь он замерз и идеален к употреблению. Ну как, я подловил твой интерес? Ну ладно, покупаю. Удивил. Ну и убедил. Так и знал. Черт, как же я хорош. Перейдем к делу. Вот это нифига себе. Вот что у меня есть. Давай горячий шоколад. Отличный выбор. Шок, лед твой, дружище. Шоку. Ага. То есть это что-то по типу доброженного из Undertale. Ну, обыкновенного. Правда, вместо мороженого местный продавец с именем Мо продает вместо доброженного эскимо. Ладно, давай я куплю все у тебя к чертям собачьим. Не устоять? Ну, бамка, выбирай. Вот что у меня есть. Ну и последнее. Как бы не рад был я продать тебе еще льда, но шок. Мой кончился. До следующей встречи. Мой выход. Охренеть, я у него все прикупил, класс. Да, ёпта. Ноукон? Чего? Банте. Незнакомец принести ноукон огонь? Ноукон очень сильно хотеть огонь. Чё? Я ни хрена не понял. Ты по типу пещерного человека или что? Ноукон слышит огонь. Яркий, симпатичный. Ноукон нравится яркий, симпатичный. По моему мнению, он, возможно, разумится из-за огня. Ладно, поп. Ноукон болит. О, боль плохо. Чё это за дичь? Прости, Ноукон. Все, пятый уровень. 24 опыта. Неплохо. А это что за замок? Снежный замок. Как мило. Вы открываете ворота. А тут еще ворота. Пипец. Вы опускаете подъемный мост. Да ты издеваешься? Головная боль посчитала, что сос хватит. Как я в это пролезу? Снежные замки. Снежные замки. Господи боже мой. О! Это ж тот волк, кидающий льдины. Здорово. Фух. 238. Фух, 239. Айс Вулф такими темпами будет готов к новой работе. Очень скоро. О, господи. Так. Это еще что за нифига себе? Ой-ой, клиент, я так волнуюсь. Почтовый кит с подземной почтовой службы. Салютуюсь. Первый раз слышишь? Так получишь конверт. ППС. Вы подземелья, равных нам нет. Так значит, тебе подземелье в новинку? Откуда я знаю? Слух быстро рисует картину. А. Про нас уже новости писали.
Подземелье все краше и И сегодня не исключение. Ибо это твое первое почтовое получение. Вы получили письмо. Хороший гость. Так завсегда нам в радость. Письмо-то особенное. Всем попало, не доставалось. Чудна наша почта, благо инноваций. Как будет нужно, подойди к нашей станции. Коль ожидаешь чего-либо, что-либо, найдешь их везде. Их не спутать ни с чем. Табличка «Stand Colocal». Нужны письма, звони, кричи за место речей. Почта наша. Всегда под рукой. Уверяю. Ну, Лёш. Вы ППС. Мы в ногу со временем идем. Успеваем. Разговоры, секреты, задачки, памфлеты. Кит все доставит, лишь в конверт завернуть и почтой отправить. Но в путь мне пора. Письмам не стоит ждать. Письмам не стоит стыть. А так, отчего же друга у почты не встретить? Так и быть. Это что за розовый кит сейчас был? Ладно, идем дальше. О, как раз таки Флоуи нас поджидает. Заткнись, я, короче, по пути. О! Вот это нифига. Чего? Опа-на! Зырьте, что тут у нас? Будто этот фраер пройти тут желает. Свиг, тост, а ну-ка сюда. Чего, бля? Ась, босс. Че, кого? Опять бриться тебе надо? Да, у нас тут свежачок. Ха! Суши весла, фраерок. Агась, ты на приколе. Может, заткните его оба. Короче. Звать Рафил. Я босс банды мирового уровня. Шафалеры мы. И от город под нами. Хочешь пройти, так решай все с нами. Че в смысле? Чида! Воу-воу-воу. Полегче, че сразу на рожон лезть, а? Решим все по понятиям. Ты каждому встречному стрелу забиваешь? Спокуха, лады? Капец. Шафлеры решают дела в более четкой манере. Посыл ясен? Мы тут хотели тебя забахать, какой-никакой разбор, по сути, игру. Чё? Видишь, шарик, под одним из нас его мы спрячем. А после перемещаемся. Как стопоёмся? Так и угадаешь, кто его упрятал. И так три раза подряд. Обставишь нас? Пройдешь. Лоханешься? Бум сидеть здесь, пока тебя не припрёт, хоть век. Чего? Просекаешь, чё я тут тру? Если честно, Рифлер... Я из твоих слов нихуя не понял. Тогда все путем. Ну ладно, скажем, что да. Тогда все путем. Погнали. Шо за дичь? Так, под рефлером. Понял. Думал, я не догадаюсь. Давай рефлер. Зоркий глаз, шкет. Жги дальше. Так.
За этим. Легко. В ту же позицию. А ты шпаришь, кет? На башку сиди грузи. Ё-моё. Думал, я не догадаюсь. Вот. В том же месте. Все. Босс, мне ножи... Босс, мне кажется... Мне кажется, малявка нас... Босс, мне кажется, малявка нас уделала. Господи, боже. Кажется, господи. Ладно. Та малявки фартит. В натуре гонишь. Да чтоб молочная пенка, как ты, да нас уделала. Спок-спокуха, тост. Ща на расслабоне потрещим. Нече так кипишится. Накип нагонишь. Шкет нас обставляет по-честному, по чесноку и совести. А шафлеры за базар-то отвечают. А Эльчуди так сказал. Агась, босс. Шафлер всегда слово держит. Агась, Латуря. Так что ж, Шкет, мы тебя пропускаем. Сегодня ты кентуешь новых жестких братанов в лице шафлеров. Все, что тебе нужно, это нас вспомнить. И мы впишемся за тебя в любую стрелку. У шафлеров брат за брата. Так за слово взято. Точняга, братки. Агась, эс чё какой шорох. Мы все порешаем. Агась, порешаем. Это чё, чашки-гангстеры? Господи боже. Ханидью Ресорт. Ну что ж, мы тут-то как раз-таки. О, а тут как раз-таки Флауи сидит. Вот это уже другой разговор. Идеальное место, чтобы расслабиться и снять стресс. Ну, почти. По мне так народу тут маловато. Во всяком случае, определенно подогревает интерес. Согласен, Флауи. Этот отдых реально может подогреть наш интерес. На этом, ребята, мы и закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. Пока!